Здравствуйте, меня зовут Максим Нам, я ученик учебного центра Real Science. Вот совсем недавно я сдал первый тур в лице Интерхаус, это был устный экзамен. Вот, по прибытию в Интерхаус вас сразу проводят в холл, где вас садят на ваше место и дают черновик. Также вам дают 15 минут на полную подготовку после того, как вам дали билеты. То есть это будет лист с вопросами. После окончания данного времени вы подходите к разным учителям. К примеру, я первым подошел к учителю по-английскому. Первый вопрос был относящийся к грамматике, там нужно было рассказать про present simple. А второй вопрос был speaking part, нужно было рассказать о том, как интернет повлиял на нашу жизнь. Я успешно сдал оба вопроса, они не были очень трудными, учителя были очень вежливыми и в какой-то мере помогали вам. После я пошел к учителю математики, там она меня проверила мой листок с черновиком и задала еще несколько дополнительных вопросов. Вопросы были очень легкие, спрашивали формулы и свойства степеней. После этого я сел к учителю русского языка, она спросила меня про грамматику и вопрос по литературе был о творчестве Ломоносова. Вопрос также не был очень трудный, я на все них ответил, и в общем счете я получил 22 балла. Рекомендации к будущим абитуриентам. Главное не переживать, когда зайдете на экзамен. На экзамене все было довольно просто. Ну, думаю, просто главное не волноваться. Поскольку я на протяжении 9 месяцев учился в Real Science, весь педагогический состав следил за моими успехами, и большинство вопросов, которые были в лицее, мы повторяли здесь. Поэтому я без особых трудов сдал экзамен. Также я планирую поступить еще в лицей Вестминстера и также дальше пройти второй этап в Интерхаусе. Надеюсь, в скором видео я расскажу вам и поделюсь впечатлениями о дальнейших экзаменах.